Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Stig War Legacy. И у нас две новые миссии, 339 и 340. Ну что, давай приступим, выберем уровень невозможный. И посмотрим, что у нас тут. Дают нам 15 очков, и в первую очередь я, естественно, буду прокачивать наших добытчиков. После идет у нас мечник. А вот что дальше? Ну, наверное, на лучника 2 балла спустим. Ну что, я готов? Давай посмотрим, что у нас тут за уровни. Так, пережить атаку на закате. Начинается. Пережить атаку на закате. Воу. Ты серьезно сейчас? Так, друзья мои, и зомбики на меня прут. Так. Нет, они, слушай, они не идут, они пока стоят на месте. Ладно, мы тогда подождем. Так, один лучник у меня готов. Добытчики, блин, добытчиков мало. Наверное, нам надо будет еще одного сделать. Что у меня есть по заклинашкам? Да ничего такого мощного у меня и нету. Так, ты посмотри, что делает. Посмотри, что делает. Он отправил, друзья мои. Куда ты? Смотри, что он делает, а? Он добытчика одного хлопнет у меня сейчас, нет? Уничтожил. Вот тут уродец, а? Мелкий. Так, ладно, смотрим, что у него. У него, короче, ребята, будут капитоны, плюс мечники и лучники. И вся эта армада на меня пойдет очень-очень скоро, да? Что же мне тогда делать? Я, слушай, думаю, наверное, что если мы с тобой возьмем армию... Слушай, они опять за свое? Они опять добытчиков моих бомбят. Слушай, я, наверное, еще двух добытчиков возьму, за место тех, которых мы потеряли. Так, подожди. Вот так вот отмену сделаем пока. Два добытчика, у меня всего лишь три. Но это никуда не годится. Так, это получается 4. Еще не творят. Слушай, армия-то у них уже пошла. Друзья мои, у них армия уже побежала на меня, так скажем. Я, наверное, знаешь, что сделаю? Еще одного добытчика поставлю. И сделаем... Давай, наверное, великана. Мне кажется, что здесь будет великан очень даже нужен мне. Судя по тому... Блин, опять бегут. Там опять бегут. Так вот, ребят, заказал я одного великана. Смотри, что творит. И вот так вот, ребята, они уничтожают моих добытчиков. Прикинь. Потихонечку, полигонечку, даже, смотри, даже мечников у меня моих убрали. Слушай, они что, настолько жесткие, что ли? А, так у них еще, ребята, двойная получается. Мало того, что мы его подбиваем, то он еще ползет после этого. Они не дают мне ничего здесь делать. Видишь, что творит? А моим мечникам по барабану просто. От слова совсем пофиг. Раз, два. Всех мечников полупили. Ой, мечников, добытчиков, ребят. Всех добытчиков уничтожили мне. Прикинь. Они все бегут, 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 бегут. Без остановок, просто без остановок, ребят. Я даже не знаю, как мы тут будем. Как мы тут будем с ними справляться. Армию, мне кажется, уровень невозможно. Здесь очень... Действительно невозможный. У меня всего два добытчика. Зашибись. Всего лишь два добытчика. Сколько там осталось времени? 56 секунд. Вот эта армада сейчас на меня рванет. А, как ты видишь, армии у меня и нету. Зашибись. Нет, великан хорошо, конечно, здесь справляется, ребята. Он откидывает назад, но... Это мало как спасает меня здесь в данный момент. Я бы даже сказал, вообще не спасает. Все, сейчас через 32 секунды пойдут. Раз, два, три. Четыре добытчика всего лишь. У меня есть, конечно, меч, но что-то мне подсказывает, что мой меч тут не поможет. Видишь, если бы они не превращались бы в зомби, в этих ходячих, которые постоянно лезут, прут. Может быть, что-нибудь да и получилось.
Все, через 3 секунды пойдет на меня эта армия, ребят. Бегут. Макарек, что нам тут делать? Как нам тут выживать? Я попробую, ребята, через меч справиться с ними. Ты посмотри, их сколько здесь. И еще помимо... Что, всех, что ли, разбой? Да ну. О, друзья мои. Они всех забомбили, прикинь. Они всех забомбили у меня. Вообще всех. На сухую, ребят. И мы не уничтожили сколько? Раз, два, два капитона. Если бы мы с ними справились, с этими двумя капитонами, может быть, друзья, может быть, даже все и получилось. А если мы уйдем в замок? А это бесполезно, у меня сейчас ребята подобьют они, да? Тут еще, видишь, зомби. Ну все, короче, я проиграл здесь. Здесь невозможно так выиграть. Придется переигрывать. Вот тут тырки. Щети, видишь, издалека кидаются. Так, мне нужно, ребята... Давай возьмем уровень сложности хард. Ну, здесь-то мы пройдем, это 100%. Потому что враги будут здесь намного мягче и намного слабее. Так что сразу же призываем трех добытчиков, помимо тех, что у нас уже есть. Так, зомби, да? Зомби тут как тут. И просто делаем армию мечников. Мне кажется, это будет самый оптимал. Ну давайте, добывайте уже быстрее. Что вы там супли-то жуете, на кулак наматываете? Давай, давай, давай. Так, по 160, отлично. По 160 они выдают. Это значит, каждый мешочек уже потенциально один воин. Ну ладно. Так, пока, вон они уже идут. Друзья, уже идут потихоньку на меня. Ну, с первой волной, я думаю, я справлюсь. Так, давай еще закажем. Сейчас посмотрим, насколько быстро мы их будем рубить. Но мне кажется, намного быстрее, чем в первой катке. Ну-ка. Это, конечно, не в пример. Это, ребята, не в пример. Просто их повасуем за милую душу. Посмотри. Два удара буквально, и он готов. Так что здесь 100% пройдем. Интересно, здесь будут бегающие, которые бегут, или не будет? Да должны, по идее, быть. Я вот, знаешь, что думаю? Может быть, все-таки нам еще одного великана взять, на всякий случай. Великан очень даже неплохо, ребята, бомбил их, согласись. И вот, я думаю, наверное, стоит заказать. Что скажешь? Давай накупим и вызовем. 1500 нам нужно подождать. У нас уже 1360. Вот. Великанчик у нас готов. Слушай, да, здесь почему-то нету бегающих зомби. Тут одни такие ходуны. Хоть их и много, но одни ходуны идут. Есть ли смысл брать лучников? Не знаю. Вот мага смысл брать, мне кажется, есть. Одного мага взять будет хорошо. Такс, ну сколько там остается? Еще 2 минуты. Ну давай подождем. Остальное, наверное, на мечников, ребят, спущу. В принципе, я готов. Отжимается. Он решил поджиматься, ребят, на поле боя. Заскучал, бедолага. Сейчас тебе некогда будет скучать. Так, вот мой великан идет. Правда, не по максимальной прокачке он здесь у меня, но все-таки. Так, и маг созревает. Ну, сколько там остается? Минута, ребят. Я, наверное, все-таки лучников закажу.
пяток. Запинали здесь, короче. Так, ну что, последняя, ребятки, минутка у нас идет. Сейчас посмотрим. Так, еще двух мечников. Все, ребята, по фулке у меня будет армия здесь сделана. Фига себе. Я в первый раз видел, ребята, чтобы зомби упал. А, нет, это не тот. Я думал, что подбитые зомби встают. Нет, это которые просто упали. Так, этого дубанули. Этот вообще там через себя сальтон сделал 3 раза. Так, хорош. Ну что, ребят, 28 секунд, 27. Сейчас побегут уже на меня. Лучников сколько у нас? 1, 2, 3, 4, 5 лучников. Ну, маловато, конечно. Ну, фиг с ним. Посмотрим. Вот эти, по-моему, если не ошибаюсь, ребята, они издалека, да, кидаются. Так, 8 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Гоу. Так, эти побежали. Ну. Давай тогда и мы в атаку. Так, рубашим, рубашим, рубашим. Ну, друзья, вы сами видите, это, конечно, не в пример с волной, которая играется на невозможном. Тут мы их вообще распетрушили. На невозможном тут еще бегут зомби, помимо тех, что здесь армия есть. Так что победа здесь была очевидна, ребята. И сундук мы с вами зарабатываем. Прекрасно. Так, ну что, переходим на 340-ю миссию. Дожить до заката. 22 очка дают нам. Так-с, дожить до заката. Ну что же, попробуем. Попробуем дожить до заката. Так, что у нас тут? Опять какой-то, что ли, противник на нас пойдет. Ага, нам дали копейщика и дали нам лучника. Ведь это же не просто так. Это же, друзья мои, не просто так они нам дали. Что-то, наверное, будет здесь. Опа-на, первые бегут. Ребят, срочно делаем наших мечников. Ага, наши мечники сразу же практически готовятся, да? Нет такого долгого времени ожидания. Давай, давай, давай. Ух. Блин, паршивцы, ты посмотри. Просто паршивцы. Так, и насколько я могу понимать, ребята, эта армия сейчас будет бесконечно на меня бежать, да? Они на это намек делают. Ну что ж, мы тогда будем делать как раньше. Я думаю, что ты помнишь, как мы раньше делали. Мы вставали с тобой на линию атаки. И там стояли, выжидали. Именно на этой линии стояли и выжидали, когда они будут выходить. Так мы, в принципе, и выигрывали. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ребята, у них вышел великан. Так, слушай, ну великана мы быстро тут запинали. Так, это мое подкрепление бежит. Наверное, нам, знаешь, что надо будет сделать еще? Позвать великана все-таки в помощь. Или мага. Кого лучше, великана или мага? Наверное, все-таки великана. Да, я, наверное, великан, друзья мои, попробую призвать. Посмотрим. Сможет ли он нам здесь как-то помочь. Делается он тоже очень быстро. Так, мои солдатики подготовили для него место. Опа.
Ну, лучникам тут хана, конечно же. Одного моего, конечно, завалили. Но поверь мне, лучше их здесь, на этой линии, бомбить, чем когда они будут бежать, стрелять. Потом еще, пока ты к ним подбежишь, они пару раз бомбанут. Лучше вот тут вот сразу их встретить, как говорится, и разбить наголо. Ну что там у меня? Так, великан идет, это уже радует. А что там с командой? Команда... Батрачит команда у нас, батрачит, ребята. Я все-таки закажу мага. Опа, он тоже, кстати, не дурак, он заказал мага, ребята. Лучник, ну... Я немножко не это хотел, конечно. Лучник. Есть, готов. Брать или не брать? Наверное, еще одного великана возьму все-таки. Опа, опа, опа-на. И смотри, кто явился здесь. А где мой маг? Он еще там еле идет. Слушай, ну здесь дела вообще как-то фигуренько. Смотри, внимательно. Практически всю армию мою запинали. Я имею в виду именно, который состоит из мечников. Но великан, тем не менее, очень тут хорошо даже простоял. Так, мы готовимся к следующей битве. Капитоны. Капитоны, знаешь, хорошо бомбить. Когда по ним стреляет лучник, капитоны начинают прикрываться щитом. И в этот момент они уязвимы для нашей армии. Мы их просто начинаем вот так вот уничтожать. Мне просто интересно знать, а кто будет в конце? Какой... Какая волна будет? Думаю, волна будет здесь нешуточная. Ну давай, 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 давай. Что ты там подбегаешь-то, хламон? На! Так, еще вышли, ребят. Еще вышли, так. Блин, что же делать-то? Может быть, еще мага одну сказать? И мечников. Так вот сделаем. А вот это, я считаю, несправедливо, друзья мои. Он стоит, мы по нему достать не можем, а он по нам бомбит. Это нечестно. Давай-ка мы его вот здесь вот встретим. Это нормально, он там по нам бомбит, а мы, главное, его тронуть даже не можем. Так, магистр кислых щей тут еще, смотри, выпендривается. Есть, готов. Совсем другое дело. Где еще там? А, вон он идет. Идет наш магистр. Ну, и сколько тут, интересно, еще ждать? Ну? Опа. Так, отходим. Чего? Чего он сейчас сделал? Да вы серьезно? Ты видел? Он просто, ребята, одной ногой уничтожил моих этих. Да ну нафиг. Смотри. Ты видел? Ёк-макарёк. Тут знаешь, что надо делать, ребята? Тут надо... Блин, да он просто с удара всех сносит. Смотри. Так, тут нужны еще лучники, получается, тогда. А мы его не сможем победить, ребят. Смотри. Как тебе такой расклад? Офигеть. Слушай, дай-ка я вот этого вызову одного. Посмотрим, кто это такой, ребята, у нас. Интересно, он выдержит или нет? Ага. А чему я радуюсь-то? Сам не понимаю, чему радуюсь. Он все равно, ребята, как будто сильнее моего. Смотри. Ну что, всего один добычек остался, что ли? Пипец. С
Слушай, ну это нечестно. Настолько быть, блин, я не знаю, мощным. Он сейчас уже ртает. А ну-ка, давай посмотрим вот этого вот. Добытчика не трогай, блин, моего. Просто уничтожил. Да. Ребят, это полная лажа. Ну, полная лажа, ну согласись. Зомби побежал, его, блин, размазали тут же. То есть добытчика здесь брать смысла нету. Просто он не успевает добежать. Он его размазывает и все, ребят. Нельзя. Ну, не, это не получается. Все, ребята, он сейчас уничтожит. Вот это да. Просто впустую слил, ребята. Он даже ты посмотри, он по базе попадает, ребята. Согласись, это трэш полный. Вот кто, ребят, со мной согласен, пускай лайкнет в комментариях. Ублюдок этот. Да как его валить тогда вообще, а? Скажите мне на милость. Так, давай попробуем на харде. Ну, на харде я его, наверное, порву, скорее всего, ребят. Ну, мне хотелось бы на невозможном пройти, но, видишь, это нереально сделать. Просто, ребята, нереально. Мне бы там никто не помог бы. Просто никто бы мне не помог бы. Но этих копейщиков и мечников, ребята, точнее, капитона и лучника просто снес как пушинку. Да, однако. Ладно, подождем сейчас. По 160. Ну, это первая армия, естественно, ребят. Мы с ней сейчас разберемся на изи. Просто великанов. Мне вот это вот убило, когда он топнул ногой, и мои великаны просто от одного удара ногой, ребята, все великаны мои, которые были, и пол моей армии сдохло. Нормально? Это вот ты считаешь нормально, блин? То есть любую армию, какую бы я ни сделал бы, он ее просто бы раздавил бы. Офигеть. Просто офигеть. Да ты там хоть кучу лучников сделай, тебе это не поможет. Хоть тьму лучников сделай. Если у него такая мощь, блин, то он... Так, мы же хотели с собой на передовую вставать. Чуть я совсем про это забыл. Да. Конечно. Придумали они. Ну, бежим. Да лучников этих раздеребашим сейчас в 3 секунды. И этого великана тоже. Самый главный великан. Вшивый, бесявый. Так, ну что, здесь мы простоим какое-то определенное количество времени. Я думаю, наверное, надо взять армию лучников. Пускай она нам точно не помешает здесь. Ну давай, 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 бомби их. Вот бесит, когда вот так вот, ребята, встает капитан, да? Мои не достают, а он там стоит, блин, где-то издалека и бомбить начинает. Это как тот же этот великан, который, помнишь, вышел. Он моих бомбит, а мои просто стоят, тупо на него смотрят, улыбятся. Так, кто там еще бежит? Лучники, ну здесь лучников мы быстро с тобой покромсаем.
просто моментально. Я специально, ребят, заказываю армию лучников. Сейчас еще надо будет вызвать великана. Желательно лучше парочку. Это нужно 3000 монет. Так, еще 4 лучника. Приз, ага, 5. Еще 5 лукарей. Ну давайте, давайте. Что вы там сопли-то, а? Жуете. Раз, два, три, четыре, пять. Так, первый великан, ребят, пошел у нас. Надо еще двух. Точнее, ну еще одного, чтобы двоих было. Если я не ошибаюсь, ребята, вот сейчас будет последняя волна, да? Вот это вот. Потом у нас пойдет здоровый великан. Вот, опять та же самая петруха. Он стоит, мы по нему не достаем, ребят. Ну тут достаем уже. Есть. Ушатали. Сейчас посмотрим. Слушай, нет, еще пока не то, ребята. Мне просто не хотелось бы, чтобы мои, опять же, вот эти великаны, ребята, сдохли сразу же. Будет обидно. Какая-то тишина нездоровая. Подожди, а почему тут три? Вроде бы уже все, он должен был выйти. Интересно. Я-то жду того главного. А может быть, его не будет здесь? Ну вот что опять? Вот опять, ребята, стоит, смотрит, блин. Правда, от моей армии почти ничего не осталось. Ну, раскромсули, досвидули. Ну, лучники, ну вы же видите его, ну. Так, отойдем немножко в сторонку, наверное. Ну что, он сейчас будет или не будет? Вот он, ребята. Ну, слушай, он на этот раз не так много здоровья отнял, как в те разы. И здоровье, смотри. И здоровье, друзья мои, намного быстрее у него улетает. Намного быстрее. Куда лучики-то пошли? Вы тупые, что ли? Я не понимаю. Болваны, а. Смотри. Офигеть просто. Просто офигеть. Ну давай, родные мои. Давай, давай, давай. Его колупаем. Его на харде-то фиг по... Ребят, завалишь, блин. Смотри, что делает. Мои лучники выжили. Отходим. Блин. Да ну нафиг, чуть не завалим, что ли, мы этого говнюка, блин. Да я не поверю, чтобы мы его не завалили. Да ты достал-то, собака, блин, своим пинком, а. Да отойдите вы, а. Как заколебал ты, а? Осталось немножко здоровья, ребята. Немножко здоровья, ну. Есть. Ну, я тебе скажу, что на невозможном я бы его точно, ребята, не прошел бы. Я вот тут-то еле прошел. Хотя уровень хард.
Фьюх, ну что, друзья мои, на этом, пожалуй-ка, и все, будем закругляться. Елочка мне, как всегда, ничего не дает. Зажала. Ну что же, друзья, как появляются новые события, сразу же мне пишем в комментариях, и мы их пытаемся пройти. А, подожди-ка, давай-ка мы еще сундук с тобой заберем. У нас с тобой сундук еще, который я хочу открыть, посмотреть, что нам из него выпадет. Так. Ага. Открываем. Ничего, ребята, хорошего. Ничего хорошего. Так, друзья мои, я сделал обновление игры, и действительно у нас две миссии еще. 341 и 342. Уничтожить статую врага. Но здесь-то я уже попробую, ребята, на невозможном все-таки поиграть. Вдруг получится. А вдруг нет? Кто его знает? Ну, давай смотреть. Ё-просоте. Так, ребята, ледяные у них. У них ледяные. Так, капитан идет. Слушай, он не сразу, надеюсь, побежит, нет? Нет. Блин. А меня немножко другое, ребята, расстраивает. То, что у меня очень дали мало мне баллов, и я смог только прокачать мечников, да и то не на всю программу, сам видишь. Как это у нас там будет дальше? Опа. А он все плодит и плодит, ребят, своих. Так. Ну ты серьезно, что ли? Может, хватит уже? Блин, такие смешные у меня эти мечники. Блин, смешнее не придумаешь. А что, если я сейчас на них попробую напасть, ребят? Просто хотя бы для проверки. Что у нас из этого может получиться? Давай глянем. Слушай, ну... Блин, они замораживают нас. Так, отступаем. Я сколько их... Я что, ни одного... Я ни одного им не уничтожил? Вы серьезно, блин? Прикинь. Я ни одного солдата им не уничтожил. Офигеть. Так, слушай, если я, например... Блин, если я, например, возьму и сделаю пару капитонов. Только для того, чтобы, ребята, лучники бомбили по ним. Как думаешь, нормальный будет вариант? Армия вообще не прокачанная. Так-с. Сейчас попробуем. Опа. А он, ребят, на меня сам рванул. Давай-давай-давай-давай-давай, родные мои. Так, вот и капитан выполз. Смотри, ребята, он побежал, он отступает. Мы тоже отступаем. Мы тоже отступаем, но факт остается фактом, ребята. Короче, он первый на меня сиганул, да? Значит, сделаем следующим образом. Я закажу еще лучников. Блин, горелый. Два капитона, три мечника и лучники у него. Я еще одного капитона тогда заказываю. Слушай, я вот думаю, может быть, здесь нам пригодился бы маг... Он так и будет, ребята, делать свою армию, пока мы не уничтожим ему добытчиков. Вот как только добытчиков мы с тобой уничтожим, сразу все, ребята, поменяется. Блин. Мои, да, ребята, мои эти. Ты посмотри, просто в минус.
Мои эти лучники здесь все портят, ребята. Они начинают стрелять, и враг убегает. Давай попробуем с тобой напасть на его статую. Глупо, да, наверное, это все. Отступаем, ребят. Ух, враг вызвал подкрепление, ребята. Это я, наверное, глупость, конечно, сделал. Очень большую, ребята, глупость сделал. Разнесут меня тут, к сожалению. Нет, тут уже ничего не поможет. А я сам виноват. Ладно, давай сделаем тогда немножко по-другому. Я не буду здесь брать лучников. Я вот так вот сделаю. Я улучшу наших ребят, этих мечников. И все. Попробуем сейчас на одних мечниках с тобой разрулить эту ситуацию. Да, не спорю, будет тяжело без стрелков, без прокачанных, извини меня, добытчиков. Ну что ж поделаешь. Вместо 160 они приносят всего лишь 120. Но зато сам понимаешь. Прокачанные мечники. Заодно и посмотрим, насколько они будут у нас хороши. И будут ли они хороши. Так. Они должны, по-моему, в ближайшее время побежать на меня, насколько я помню. Раз, два, три, четыре. Четыре, шесть, семь. Седьмой бежены. Восьмой. Ну что, давай проверим. Просто, ребята, элементарная проверка. Но, по-моему, ребята, тут очевидно все. Тут, ребята, все очевидно. Ну, он даже у капитана там осталось. Жизни-то шиш-да не шиша. Так что есть смысл делать и нападать. Причем, заметь, лучников нету у нас. И они не бегут. Ох, хорошо мы им сейчас... Ох, ребят, хорошо мы им там есть. В спину надавали им нормально так оплевух. Ну, само собой, сейчас армию все-таки успеет сделать. Но мы опять же на нее будем нападать. Добытчиков. Главное уничтожить, ребята, добытчиков. Давай, давай, догоняй. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть, ребят, не хватило. Так, я, наверное, еще пару добытчиков себе закажу. Чтобы мы тут вообще моментально просто с тобой добывали ресурсы. Так, один лучник, один добытчик у них, да, остался? Ну и шикарно. Куда, 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 куда? Давай, давай, добытчика хотя бы. Эх, не хватило чуть-чуть. В спину, из-под тишка, гад, а? Ты посмотри. Блин, так они так... Не, ну так не интересно, ребят. Они успевают бежать.
Ну, есть. Ребята, добытчика уничтожили. Вот ты, блин, а. Ну что уже бежать, отступать? Давай биться. Правильно, правильно, этого лучника тоже, чтобы он... Ты серьезно, что ли? Да ладно. Вот такая вот, ребят, петруха получилась у нас. И он успевает в этот момент наделывать себе армию. Два добытчика у него есть, да? Что-то мне показалось, что вот этот лучник слишком крутой какой-то, ребята. Это тебе не вот этот обычный, это какой-то, ну, суперский прям. Так, давай-ка еще добытчика сделаем. Даже, наверное, двух. И рудник поставим. Так, ну не знаю, сколько... Он уже... Он третьего добытчика, ребят, сделал. Четвертого он себе заказал, ты прикинь? Ты прикинь, он четыре... Да ну нафиг, надо, надо их, ребят, нападать на них. На них, наверное, надо нападать. Мне кажется, поехали. Попробуем, ребят. Хоть кого-нибудь да должен здесь снести ему. Парочку хотя бы. Пипец, мы даже еще не успели добежать, нас уже тут нахомутали. Тут главное вот этих вот добыч. Ты посмотри. Слушай, это вообще какой-то хмырь непробиваемый. Просто непробиваемый, ребята. И он опять свою армию отстроил всю. Прикинь. Че, неужели делать 50 из 50? Ну, я имею в виду, чтобы была фулл армия. А иначе как тут его разнести? Этот всех сносит. И добычки у него эти без конца, блин, там добывают ему руду. Только несчастные. Ну что, сейчас еще. Видишь, я только этих разбомбил, ребята. Он сразу следующее подкрепление вызывает. А лучники, что если будет. Блин, лучники, это фигня, ребят. Он будет убегать наверняка. При виде лучников сразу же. Бежать в кусты, как они обычно это делают. Поэтому в моих интересах их лучше брать на живца, так скажем. Так, мне показалось ли у них... Что-то вроде как побольше стало, да? Ну вот, пока 19 чувачков моих этих не сделают. Есть ли смысл бежать туда? М? Не, ну в принципе, если мы волной, огромной, ребята, волной сюда прибежим... Сколько у него? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять против 50. Ну, я имею в виду
по фулке, потому что здесь не 50 армий будет. Не забывай, что на добытчиков тоже уходит ресурс. Че, он уже мага позвал. Он, ребята, уже мага позвал, ты прикинь. Что-то мне кажется, я здесь не справлюсь. Ну что, попробуем, ребят. Я только подбегаю, ребята, уже сразу же там сколько у меня падает, ты посмотри. Мы этого лучника уничтожили, друзья мои. Который у него там был лучший, или как его там назвать, даже не знаю. Смотри, 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 смотри. Так. Смотри, смотри, мои отчаянные ребята там дерутся. Ну, молодцы. Там-то что происходит, не пойму. Он все равно, ребята, клепает армию потихоньку. Всех практически, да, всех уничтожил. Но мы ему оставили тоже, ребята, не очень-то много здоровья. То есть еще сейчас вот, если мы еще с тобой сделаем сейчас одну заходку, один забег, то, в принципе, мы их раздавим. У него добытчиков нет, прикинь. У него нет добытчиков. Соответственно, он армию не может делать. Это мне на руку. Чё там? Ты чё, больной, что ли, блин? Добытчик совсем дюх потерял. Взял ко мне, пошел тут. К нему, точнее, на эту. На базу. Ну что, ждем. До первой звезды нельзя, друзья мои. Двадцать пять. Ну, долго, конечно, придется ждать. Но я тебе говорю, если мы еще сейчас волной одной такой пробежимся, я так понял, это остатки, что у него есть. Мы его просто должны будем смести. Должно быть примерно так. Что у него тут, три мечника? Даже можно сейчас попробовать, ребят. Давай рискнем, посмотрим. Лучников нет, соответственно, мои солдатики подбегут все целости и сохранности. Так, ну смотри. Хорошо он так отгребает, ребят. У него, правда, что не удар, то у меня труп от моей армии. Но мои солдатики его бомбят. 240. Есть. Я надеюсь, не будет никакого еще подкрепления. Ну вот и славненько. Вот и хорошо. Так, друзья, 341 миссия пройдена, на 342 у нас дожить до заката. Опять начинается дожить до заката, блин. Ну что на этот раз вы там придумали, блин, дожить до заката? Что? Что вам все не, вот, никак не имется, блин? Почему я все время должен, блин, доживать докуда-то? Постоянно так. Фига себе, армию дали. Ой, что там? Это... Это мои-то там такие малипусенькие. Слушай, армию дали сотку, ребята. Неспроста. Блин, это что за армия там? Травников, ёк-макарёк. Кстати, заметьте, что здесь они дешевле стоят, 75 вместо 120 стандартных. Кто там бежит на меня? Ну-ка, посмотрим. Да куда вы бежите-то, хламунчики?
Лучники, лучников надо на опережение, ребята, брать. И лучики здесь, кстати, дешевле. Вместо стандартных 300 они стоят 150 здесь. И давай встанем на передовой вот здесь вот. Будем здесь выжидать их. Блин, мы по 6 там бьем урона, а он по 140, блин, нормально? Отступаем. Это бредотня получается, ребят. Мы бежим, по-моему, в два раза быстрее. Не? Или просто кажется? Ну, совсем другое дело. Здесь-то мы их растоптали. Так сказать, в чистом поле. Ах, лучники, а. Блин, там еще и маг у них появился. Твою налево. Да мага ты бомби, господи. Пипец, еще и великан появился. Какая-то, блин, несправедливость, если честно, ребят, тут происходит. Теперь капитоны пошли. Убегаем, все убегаем. Да ну, ребята, ну это что? Что это происходит здесь? Посмотри. Какой там нафиг? Нет, конечно. Да какой-то, какие-то они, ребята, условия дебильные делают. Кучу этих, у меня маленькие, блин. Нет, конечно, я не справлюсь, ребят. Тут надо ставить hard level. Пипец просто какой-то, просто пипец, ребят. А нафиг я, их прокачиваю, если мне дают не тех, кого я качаю, ребят. Вот, вот это мне можешь объяснить? Зачем мне вот это вот, если мне дают все равно травяных каких-то ушлепков? Просто травяных ушлепков мне дают. Да. Вдруг мне не холодно, не жарко. Так, поскольку они там по 160, да, выдают. Ну, здесь, ребят, сразу видно, что в разы быстрее мы тут разносим их. Ну да. Просто растоптали, можно так сказать. Вот здесь опять же, ребята, лучше отойти, чтобы они вышли из той зоны, где мы их не достаем. И вот уже так вот. Запинали. Ну тут хотя бы лучники хоть что-то, хоть какой-то урон, он даже виден, ребята, наносит.
Великан стоит здесь 600, друзья. Вообще расклепали моментально. Так, сейчас, по-моему, будет, да? Пойдет этот великан-то у них. Тут даже великан-цветочник, ребята, у нас. Ну, мага-то завалите, господи, ну. Молодцы. Даже великан маленький цветочник пришел. Хорошо, давай смотреть тогда. Вот, ребята, у него великан нифига не маленький, не цветочный. Ну, здесь мы его и похороним. Давай, лучники, отлично, красавцы. Да, зато наши великаны бомбят очень быстро. Посмотри. Так, я тогда призову еще немножко нашей армии. Давай чуть-чуть отступим. Вот так вот. Еще, наверное, одного мага закажу себе. Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Давай-давай-давай, лучников кромсайте, пожалуйста. Слушай, ну почему такая офигенная разница между невозможным и хардом, ребят? На невозможном как-то нереально пройти, на харде еще вот более-менее можно. Видишь же. Так. Просто лучники, ребята, разносят в хлам любого. Смотри, там их сколько. Им практически просто не устоять против нас. Опять же, вот, опять же, ребята, лучники стоят просто так, без дела. Все, накрыли, да? Я тебе скажу, что на невозможном я вряд ли бы прошел, ребят. Потому что вот последнюю такую же волну мы бы просто не завалили. Так, друзья мои, ну что, на сегодня, пожалуй-ка, мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!